В городе прошел первый муниципальный слет российского движения детей и молодежи «Движение первых». Более 170 юных муравленковцев решили принять в нем участие. Возможность стать лучшей версией себя, достойным наследником великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, которых отличает стремление к победе во всех начинаниях и нежелание останавливаться на достигнутом. Это все про «Движение первых». Очень рада видеть здесь вас. Более 170 юных муравленковцев решили провести последние дни летних каникул с пользой и повысить свои компетенции в творчестве, лидерстве и проектной деятельности. За два насыщенных дня ребята приняли участие в десятках мероприятий, играх, альтернативных вечерах. Но главное, на шести объемных тематических площадках работали спикеры по основным направлениям «Движения первых». Каждый смог найти то, что ему по душе. Будь то наука, культура, медиа, патриотизм, туризм или спорт. Для того, чтобы комфортно всем было и для того, чтобы максимально продуктивно работать с молодежью, нам нужно, чтобы они были разделены по хотя бы по возрастам. Я думаю, что и по интересам они в какой-то момент тоже у нас разделятся, потому что появятся у нас образовательные треки, в которых они будут находиться вообще в совершенно других составах. Нам кажется, что это максимально удобно и полезно. Один из первых участников нового всероссийского движения детей и молодежи Айдар Шайдулин никогда не упускает возможности покорить новые высоты. Теперь, благодаря «Движению первых», говорит, это сделать еще проще. Организаторы стараются создать максимум условий для самореализации подростков. И такие новые точки роста действительно помогают развиваться молодому поколению. Движение я уже около 8 месяцев. Начиная с первого слета, съезда движения, который прошел в Москве в декабре прошлого года. На самом деле это также огромная возможность путешествовать по нашей стране, открывать новые уголки нашей страны. Муравленковский слет – это первое событие «Движения первых» на Ямале. Работа в этом направлении только начинается. Подростки погружаются в мир новых знаний и творчества, знакомятся с целями и ценностями движения. И присоединиться к ним очень легко. Достаточно заявить о своем желании в школе или молодежном центре или подать заявку на сайте будьвдвижении.рф. Инна Борисова, Екатерина Меншадиева, Сергей Лукович. Новости Муравленко.